Это Стас. Это я головка. Он проходит игры очень эмоционально, делает это от души. Да. Люди видят его переживания, высказывания и эмоции в играх, за счет чего заряжаются позитивом. Переходи на канал Стас Adventure и увидишь все сам. Ссылка в описании. Я смотрю, ты совсем умом тронулась, что ли? Надо только собрать все до... Так, а там носорог, скорее всего. Ну, по звуку. Ну да. До этого. Кто это? Носорог? Привет, носорог. Камчатки. Привет, носорожек. Сейчас обломаю я твой рожек, представляешь? Блять, костюм, у него такой разбыл костюм-то. Ладно, мы справимся. Надо только собрать все до... Давай, ёпта, соберем. Чё нет-то? Ой! А это носорог! Носорог! Крина, привет! Все прям как в старые добрые времена. Только теперь нас двое. Давай! Давай, носатый, сука! Оу, Рина. Кстати, маска у Майлза почему-то такая контрастнее, темнее немножко. Краснее даже. Русский носорог. Найс. Блять, там какой-то уебан, наверное, сейчас. Качок. До этого. Ой, блять, это носорог? Привет. Бля, да ну нахуй. Он опять жив, сука, мы же его закрывали в прошлой части. Там кто-то ломится. Я не знаю, кто там. Этого. Носорог, что ли? Привет! Вот носорог. Надо только собрать все до... О, проблемы, ребят. По-моему, у вас нарисовалась большая проблема. Интересно, кто? До этого. Здравствуйте, ребята. Паучатки. Паучатки. О, это носорог. Я помню его. Такой. У него имя, по-моему, русское было, да? Блядь, как тебя звали? Я помню, что мы еще угорали долго над этим. То есть как-то оно было забавно. Привет, носорожек. Сейчас обломаю я твой рожек.